ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжим тему имен Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Всевышний Аллах в Коране нам сообщил, что у Него есть имена, и эти имена являются самыми лучшими и прекрасными именами. Всевышний Аллах сказал: «Инна лилляхи асмауль хусна фадууху биха». У Аллаха самые прекрасные имена, так обращайтесь же к Нему посредством этих имен. И также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна лилляхи тисатан ва тисаин исман ман ахсаха дахаля аль-джанна». У Аллаха 99 имен, и тот, кто сосчитает, в другой версии упоминается «ман хафизаха», тот, кто их заучит, «дахаля аль-джанна», он войдет в рай. Поэтому имена, важность изучения имен заключается в том, что мы посредством этих имен мы узнаем о нашем Творце, о нашем Господине, Творце небес и земли. И также, если мы будем изучать и применять Его имена в своей жизни, практиковать эти имена, поняв их смысл, то Аллах обещал, что будет человеку самая большая награда – это рай. И как пришло в хадисе, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: у Аллаха 99 имен. Но есть имя, которое является, объединяет все имена Всевышнего Аллаха. Есть имя, которое объединяет все Его прекрасные качества. Что же за это имя? Это имя Аллах. Поэтому из 99 имен самым первым именем является Аллах. Самым великим именем является Аллах, и самым главным именем Его является Аллах. Это имя указывает нам на сущность того, кто сотворил все живое и неживое вокруг, тот, кто владеет всем вокруг, управляет всем вокруг, и тот, кто обладает совершенными качествами, и у которого нет никакого порока, слабости или недостатка. И мы говорили, что каждое имя указывает на определенный смысл. Если бы у имен Аллаха не было смысла, они не были бы прекрасными. Поэтому каждое имя указывает на его прекрасные качества. Каждое имя несет в себе прекрасные смыслы. Что же означает имя Аллах? Аллах образовано от слова «илях». «Илях» – это божество, а дословно объект поклонения. Поэтому в арабском языке слова имеют производные, то есть они образуются от какого-то корня. И корнем «илях» является «алиха» глагол. И что же означает это имя? В арабском языке от каждого глагола можно вывести имя, которое указывает на того, кто совершает это действие. И также можно вывести имя, которое указывает в отношении кого совершается этого действия. Поэтому если мы возьмем глагол «халяка» – «творить», «создавать», вот из этого имени можно извлечь
слово Творец, Создатель. И оно будет в форме Халик. Халик. Это Творец, Создатель. И также можно из этого глагола извлечь сотворенное. То, что было создано, сотворено, творение. Это будет махлюк. Халик. Это Творец, махлюк – это сотворенное. И эта форма сотворенного, то, на что падает действие, она имеет также форму не только мафуль, также имеет форму фиаль. И слово илях, оно приходит в значение ма'люх, то есть тот, кого обожествляют, тот, кому поклоняются. Илях приходит в форме ма'люх, то есть в значении ма'лю. В форме илях приходит значение ма'лю. И примеров этой формы в арабском языке немало. Например, слово китаб тоже имеет форму илях, фигаль. Но приходит оно также в значении мактуб, написанное. Книга по-арабски китаб несет в себе смысл нечто написанное. То, что написали китаб. Также в арабском языке есть слово бина. Татарщада бина дилер. Строение, здание. Оно также приходит в значение мабни. То, что было построено. Также в арабском языке есть слово фираж. Фираж – это то, что стелят. Это ковер. Оно тоже приходит в значение мафруш. То, что постелено, застелено. Поэтому илях, божество, приходит в значение ма'лю. То есть тот, кого обожествляет, тот, кому поклоняются. И слово Аллах здесь имеется в виду особый смысл. Потому что тот, кому поклоняются, тот, кому поклоняется. В этом мире есть те, кому поклоняются, которые недостойны этого поклонения. А Аллах – это тот, кому поклоняются по праву. Тот, кто достоин этого поклонения. Поэтому Аллах внесет в себе смысл тот, кому поклоняются. И не просто поклоняются, тот, кто действительно достоин поклонения, тот, кто имеет право на этого поклонения, тот, кому поклоняются все, кто на небесах и на земле, живое и неживое, признает его господство и его право на поклонение. И имена Аллаха, иногда имени Аллаха называются также его творением. То есть форма одна, конечно, смысл и значение другое, но по форме совпадает. Поэтому в Коране слово «илях» – божество используется в отношении как Творца небес и земли, и также в отношении тех, кому поклоняются помимо Аллаха. Поэтому если мы начнем изучать Коран, то обнаружим, что и идолов Всевышний Аллах в Коране называет «алиха». Илях – единственное число, множественное – алиха. Алих. Поэтому иляхом может стать любая сущность, кому начинают молиться и поклоняться. Если начнут молиться и возвеличивать какого-то человека, и он рад этим, доволен и хочет этого, то он станет илях, объектом поклонения для кого-то. Если начнут молиться ангелам, то они станут объектом поклонения. Или если начнут молиться истуканам, которые не слышат и не видят, камням, деревьям, то они тоже станут иля, то есть объект поклонения. Но слово «Аллах» применяется только к нему. Никогда и нигде слово «Аллах» никто
и ничто не называется. Если словом Илях могут называться и Аллах, и те, кто недостойны поклонения, но им поклоняются, то словом Аллах никто и никогда не называется. Поэтому если мы говорим Илях, божество, или Бог, каждый имеет, несет в себе какой-то смысл, каждый имеет, что-то имеет в виду, каждый может иметь что-то в виду. Кто-то говорит Бог и имеет в виду Иисуса. Кто-то говорит Бог, но при этом имеет в виду Будду или Кришну или кого-то еще. Но слово Аллах никогда не используется, это имя, никогда и нигде, кроме как в отношении Всевышнего Аллаха. Поэтому она не имеет множественного числа. Илях имеет множественное число. Илях – алиха. Илях – божество. Божества – алиха. Но слово Аллах – это имя, которое не имеет множественного числа. Потому что оно указывает на истинного Творца, Создателя, того, кто достоин поклонения. И также еще приведу пример, что некоторые имена также используются в отношении творений. Например, имя Ар-Рахим, Ар-Рахим, милующий, Рахим имя. Аллах Субхану ва Тааля, когда описывает сподвижников пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, он их называет именем Рахим. Аллах в Коране сказал: «Ашиддау аляль куфари рухамау бейнакум». Сподвижники, они суровые в отношении своих врагов. Храбрые, суровые в битвах, сражениях. А когда они находятся среди своих братьев, то они мягкие, добрые. Рухама, Аллах говорит, милосердные. Это множественное число от слова рахим. Рахим – единственное число, рухама – множественное число. Также есть имя Аллаха Аль-Хай, живой. И также Аллах Субхану ва Тааля в Коране также называет свои творения словом «хай» – живой. Мы тоже, сидящие в этой мечети, являемся живыми. Ахья. Мы не мертвые, мы живые. Поэтому иногда имя какое-либо Аллаха используется также и в отношении творений. Но только по форме, не по сути, не по смыслу. Потому что Аллах никогда никому и ничему не подобен. Поэтому совпадение только в выражении. Аллах сказал в Коране: «Лейса камислихи шейун». Нет ничего подобного ему. Поэтому, если мы тоже, каждого живой организм, существо, можно назвать хай, живой, но наша жизнь никогда не подобна жизни Всевышнего Аллаха. Наша жизнь имеет начало и имеет конец. У Аллаха жизнь никогда не имеет начала. Он никогда не появлялся, он был, существовал всегда и никогда не исчезнет, не прекратит свое существование. Даже солнце, звезды, которые горят, тысячи, сотни тысяч лет рано или поздно тухнут, гаснут. Но Аллах, Он никогда не появлялся и никогда не исчезнет. Он будет всегда. И также наша жизнь нуждается в чем? Наша жизнь нуждается в кислороде, чтобы жить. Наша жизнь, чтобы поддерживать жизнь, нам нужна пища, еда. Наша жизнь нуждается во многих вещах. Когда мы заболеем, в лекарствах,
чтобы сохранить, поддержать эту жизнь. Но жизнь Аллаха совершенна. Она ни в чем не нуждается. Чтобы быть живым и существовать, ему не нужен кислород. Ему не нужна пища, ему не нужна вода или что-либо еще. Он ни в ком и ни в чем никогда не нуждается. У него жизнь совершенная. И также наша жизнь, она несовершенна. То есть живой человек, бывают такие моменты, несмотря на то, что он живой, но иногда жизнь его ослабевает, когда его постигает какая-либо болезнь. Когда человека постигает какая-либо болезнь, он становится слабее. Жизнь его ослабевает. Некоторые теряют способность передвигаться, вставать, ходить, бегать. Поэтому жизнь человека, она бывает бьет ключом, бывает она ослабевает. Бывает человек утром просыпается, он активный, бодрый, полон сил и энергии, а к концу дня становится слабым, усталым. Он уже нуждается в отдыхе, в сне. Поэтому жизнь Аллаха никогда не ослабевает. Никогда его не постигает слабость, болезнь, усталость. Жизнь Аллаха совершенна. Поэтому в некоторых именах используется и в отношении Аллаха, и в отношении творения, но суть, даже если использовано в отношении творения это имя, суть совсем разная. Такая же разница огромная, как между творением и Творцом, также и в значении этих имен такая же разница. Поэтому имя Аллах указывает нам на нашего Творца, Создателя. И это имя объединяет в себе все-все имена Аллаха, субхану ва тааля. Одно имя, которое объединяет в себе все имена Аллаха. Почему? Потому что Аллах – это тот, кто достоин поклонения. А почему он достоин поклонения? А потому что он Аль-Халик, потому что он Творец, из ничего создает. Аль-Бари, потому что он Раззак, дающий пропитание. Потому что он Аль-Хайи, обладающий совершенной жизнью. Потому что он Ас-Самия, всеслышащий. Аль-Басир, всевидящий. Поэтому одно имя Аллах объединяет в себе все прекрасные имена Аллаха, субхану ва тааля, и все его прекрасные качества. Поэтому Аллах является самым первым, главным и великим, великим именем Творца Небес и Земли. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سميع الدعاء